Запад Японии готовится к очередному удару стихии. На регион могут обрушиться новые снегопады. На большей части страны они не прекращаются с пятницы. Кое-где выпало более полуметра осадков. Засыпало даже южный остров Осима, где снега не было больше века. На дорогах множество аварий, отменены тысячи авиарейсов. Из-за непогоды закрытым почти двое суток простоял один из крупнейших аэропортов Южной Кореи. В результате 90 тысяч человек срочно пересматривали свои планы. А в Китае рекордные холода. В выходные на севере страны было едва ли не минус 50. На Тайване, часть которого находится в зоне субтропиков, зафиксирована самая низкая температура за несколько десятилетий, всего плюс 4. В результате, по данным местных СМИ, от переохлаждения скончались 85 человек. Неожиданно холодно сейчас и во Вьетнаме. На севере страны до минус 4. На полях снег. Фермеры боятся остаться без урожая.